О, что это было? Я что, уснул? Ой, как нехорошо мне. Всем привет, дорогие друзья, с вами Стэк. Мы продолжаем играть в обмораживающий заснеженный Sims 4. Посмотрите, все улицы пустые, все замерзли, в машинах ездят. И ты чё, голый? Гомер! Босиком, в трусиках, на солнце, на снегу. Вот именно, вот так вот надо. Уходи. О, села, отогревается, смотрите-ка. Сколько вкусного Маш приготовила. Кукуруза, булочки тигриные. Ты чё встал? Гомер, не пугай меня. В честь чего такая поза? Ты куда? Да... Чё? Сын опять ходит по комнатам, не знает, куда деться. В кровать мою, Лёх, опять. А ты чё, знаете, смотрите, он... Ага, говорит, смотрит. Позволил сыну в свою кровать лечь. Жрёт, стоит. Пахнет дискриминацией, да, Гомер? Ой, уже ночь наступила, 21:30 на часах. Ну-ка, Гомер, я знаю, ты голый, ты кушаешь, но нужно поливать сад. Смотрите, он приоделся, не стал голый выходить. Но все равно в шлепанцах. Хладнокровный мужчина, отрастил усы, похож на ковбоя. С такими усами сегодня серию проведем всю в пустыне. Ему нужно, знаете, шляпу прикупить и отправиться в приключения. О, это я понимаю. Смотрите, какая каменная глыба песчаная вокруг. Это шляпа ковбойская. Усы итальянские такие, знаете, с сединой. Только вот пистолета не хватает. Эх ты, ковбой наш уставший. Стоит. Что-то ругается на жизнь. Иди вон в бар бухни. Смотри. Вот здесь я голый, здесь я в трусах, здесь я не в трусах. А вот здесь мне бьют. Тебе понравилось? Я старался. Такие фотографии. Дай оценку. 5+. Чувак, ставлю 5+. Почему у вас отношения портятся? Ну-ка, подними мне настроение. Ага, замечтался. Смотрите на него. Пока. Сучкина. Я же такой ковбой. Могу ствол достать и пристрелить тебя. Смотрите-ка. Жан-Лок де Блю работает барменом. Дружище! Чё ты здесь забыл? Пальцем водят по столу. Ну-ка, Гомер, давай-ка... Посмотрим, что представится. Опа! А это что? Здравствуйте, одну мне, пожалуйста. Ну смотрите, теперь хотя бы их отличает шляпа. Это стал ковбоем, а этот по-прежнему неудачник. А ты куда смотришь? На чужую стакан насмотрелся, а? Так бы сказал, я бы тебе налил, чувак. Заказать напиток где здесь у нас? Я для себя хочу, какого фега? Ну-ка, я это возьму. Мне не впадло. Ты так и не поприветствовал с этим чуваком. Узнать лучше. Чувак, можно к тебе в гости? Дай подумать. Да, приходи. Чё ты? Он слишком мало говорит и много работает. Ответь нормально, к скольки хоть прийти-то? Чё? Ата! Я вообще не понимаю. Франсис пришла. Ты что? Тебя там муж ждет дома. Оно тут бухает в баре. Проблемы? Пойдем на улицу сходим. Там, знаете, такой свежий ветерок. Дедушка ходит. Ну-ка, стой, капитан Горацио. Я теперь тоже старик. Мы можем с тобой пообщаться на важные темы. Ты меня будешь понимать теперь. Убежал, блин. Оставил меня одного там стоять возле светофора. Эй! Есть здесь кто-нибудь? Меня не слышно? Ну и ладно, молчите. Мистер Гомер, его приключения продолжались много веков. Это уже была 16-я или 18-я, может 15-я, может и 17-я по счету серия. Он вырос, стал более сильным, стал против солнца, смотрит вдалека. Я не хочу убивать никого. Простите меня. У меня грусть. Я еще и срать хочу! Где бы мне тут сходить? Срать, значит, хочешь? Ну-ка тогда собирать урожай. Почему не все? Почему? Гомер чувствует себя не очень уж удобно и не хочет это делать. Ну ты, Гомер, конечно, привередливый. Очень даже. Пойдемте сходим в гости к Джану, он приглашал нас как-никак. Гомер, наверное, впервые находится в таких хоромах. Вы посмотрите, ему здесь будет неловко, и первым делом он посрет, естественно. Ну-ка, постучись. Где тут вход вообще? Тут есть двери? По-моему, вот вход. Тук-тук-тук. Где я? Куда я попал? Где... А, вот он, все, нашел. Где туалет у нас здесь? Быстро, быстро иди. Давай, давай. О!
Ох, это было невозможно. Какой хороший ковбой, смотрите-ка, смыл за собой. Руки помыл. Ковбои так не поступают, Гомер, не огорчай меня. И, кстати, ребят, не удивляйтесь, что здесь немножко не такая атмосфера, как у нас в самом шоу «Секс или смерть». Потому что сохранения совсем другие, здесь как бы только атмосфера первого выпуска. Живая миссис Харч, можно насладиться ее невидимыми усами, вот этой родинкой шикарной. Ой, колдунья наша. Гомер, я понимаю, конечно, ты пришел в гости, нужно пообщаться с новыми людьми. Я сказал с новыми людьми, а не со стеной. Молчи. Но первым делом, я думаю, стоит принять ванну. Пенную ванну, вот да. Побывал, значит, в богатом доме и не принял джакузи. Так нельзя. Усы вон все грязные, нужно отпарить. Смотри, как сердит он моется. Такой типа, вода. Мне страшно смотреть даже. Давайте понаблюдаем за другими. Иисус звонит. В развалинах началась потрясающая вечеринка. Не хотите ли сходить? Хочу. Да. Пойду туда я с дедом. Так, и чего здесь втроем встали? Один спать хочет, второй дед лысый, третий вообще Иисус. Что за развалины древние? Где вечеринка? Вау. Смотрите-ка, Светлана Яхтман здесь зажигает. Ломает танцпол. Сейчас все камни потрескаются. Алекс Дотсон пришла. Смотрите. О, плавная женщина. Вошла в волну музыки. Фрай из Футурамы. О, я с ним еще не общался даже. А, нет, общался. Странно. Ладно, Иисус. Иисус, обнять и пойдем танцевать. Так, стоп, Иисус. Ты как бы меня позвал на эту вечеринку, а сам стоит здесь. О. Так побежал, что аж пятки сверкают. Слушай, Алекс Дотсон, я танцую лучше. О, да докажи мне. Спорим? Ты что отвернулся от нее? Гомер. Гомер, ты чё от камеры отворачиваешься? Смотрите, пошел. О, о, о. Жара пошла, давай. О, 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 я, нихера себе. Я такого еще не видел. А ты что покажешь нам? Ну-ка, давай. Сексуальная женщина дрисет своими ногами и руками, словно небо в облаках. Кто-то жирный подошел и отошел. Это этот, Джо. Лоис пришла, огорченная. Ребятки. Гомер второй стоит. Клоун Красти. Все пришли, просто все. О, давай, правильно, стакан в руки, пошел. Давай, о, пошла жара. Ну-ка, Красти. Смотрите, он уже вторую зафигачил. И это вторую, а ты все еще стоишь, ничего не пьешь. Что за звуки? Гомер! Ты че? В туман головой поникся. О, о. А, что это было? Я что, уснул? Ой, как нехорошо мне. Ой, смотри, там Алекс Дотсон орёт. Ты чё кричишь-то? Всех убью вас, до колец ведал. Ой, не понимаете меня. Кто умер? Звук был демонический какой-то. Тут все бухают, тут же все просто в дерьмище, смотри. Джо Солнце настолько набугался, что с инвалидного кресла встал и побежал на дискотеку. Бармен, ты всех спаиваешь. Алекс, давай, пей. Может, после этой рюмки ты с этим, с нашим Жан-Локом переспишь наконец, так, раз шесть в финале, а? Гомер стоит, ничего не понимает, такой типа, а, что, куда мне? Ах, эти люди, ой, долбанное веселье. Конечно, пришел ковбой. Ему нужен пистолет в руки и перестрелять бы всех здесь. А тут танцы предлагают. Конечно, он огорчен. Вот, здесь место Гомера. Ночная пустыня. Тухлые носочки в мыслях. Видите, как радуется такой в небо руки, такой, а, это мое. Че он там с кем болтает стоит? Замолчи. Сядь вон, стать космическим монстром, вот давай. Стоп, это... Так, Гомер, это не космический монстр. Это зад кверху называется. Ладно, пусть он спит, ребят. Давайте на этом потихоньку закругляться. Скажу вам вот что. В следующей серии у меня для вас будет сюрпризик. Не скажу какой, но это будет сюрпризик. А пока что будем заканчивать. Если вам понравился выпуск, не обязательно забудьте... Обязательно забудьте. Да, забывайте. Забудьте поставить лайк, подписаться на канал. С вами был Стэк, с вами был Ковбой Гомер. Всем удачи, всем пока. Ха-ха-ха!
Зурбану.